Добрый вечер! В эфире телеканала «Видное ТВ» премьера. Мы начинаем первый в истории Ленинского района конкурс «Скрипичный ключ». Конкурсанты будут бороться за серьезные призы. Больше месяца по пятницам, а по вторым, по субботам мы будем следить за событиями и в конце концов узнаем, кому же они достанутся. Это валенки, самые настоящие, как воспоминания о снежной зиме. Я выбрала это произведение, потому что оно очень веселое и энергичное. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему: «Паша, салам». В эфире телеканала «Видное ТВ» каждую пятницу в 20:25. Смотрите первый телевизионный конкурс талантов «Скрипичный ключ».